К выборам председателя депутаты приступили сразу после доклада начальника районного отдела полиции. Голосование было тайным, а вот имя кандидата секретом не было. В бюллетене стояло только одно имя – Андрей Петрович Якимчук. Депутаты должны были сделать выбор – поддержать или нет кандидата. В итоге все 15 участников выборов единогласно проголосовали «за». Конечно, спасибо за доверие. Я Хасанский район ценю, люблю. Люблю жителей Хасанского района. Я привез сюда из Владивостока всю свою семью. Здесь построил дом, здесь планирую жить долго. Поэтому буду стараться, конечно, для Хасанского района со всех, всеми силами, для того, чтобы здесь было комфортно жителям, для того, чтобы сюда шли деньги, инвестиции, для того, чтобы здесь все развивалось, бурлило. Второй момент, конечно, я не собираюсь увольняться с Славянского судоремонтного завода, поэтому буду, если так получится и все пройдет, да, буду исполнять обязанности на непостоянной основе. Андрей Петрович предупредил, что теперь его коллегам по Думе придется разделить с ним представительские обязанности председателя. Возможно, придется даже составить график участия в общественных мероприятиях. Затем депутаты приступили к следующим пунктам повестки. Но непростым оказался и последний в этот день вопрос под номером 13. Депутатам предстояло проголосовать о досрочном прекращении полномочий трех парламентариев – Андрея Задорожного, Сергея Ищенко и Роберта Идрисова. Напомню, предписание о лишении мандатов районной думе вынес суд. Причина – непредоставление депутатами сведений о доходах. Голосование по каждому думцу было сложным. В итоге парламентарии не поддержали отстранение ни одного из своих коллег. Теперь прокуратуре предстоит сформулировать новые исковые требования к думе по этому вопросу. Юлия Ульянова, Сергей Юрко. Новости Славянки.